Брючки супер батал. Также эти брючки тут просто батальные серии. Посмотрите, какая прелесть. Так, в сером цвете. Моя любимая моделька с разрезами внизу. Очень красиво стройнит. Удлиняет ножки. Смотрите. И, конечно же, наши с вами любимые джоггеры, если не ошибаюсь, их так называют сейчас. Куколки мои, все доброе утро. Сегодня не успеваем работать, кипит. Посмотрите, какие интересные модельчики. Мы отправляем в Армению. Армяночки, я думаю, вы будете довольны нашей отправкой, вашим выбором. Посмотрите, такие вот брючки. Также очень интересные костюмчики мы вам отправляем в двух расцветках, в черном и в красном цвете. Обратите внимание, что на этом костюмчике очень интересная спинка. Потом также идет отправка в Армению. Классные льняные модельки платьишек в двух расцветочках. Смотрите, какая красота. Потом очередной костюмчик из штабеля в двух расцветках, черный и белый. Очень тяжело вытаскивать. И, конечно же, наши с вами жакетики. Такая вот красота. Эта моделька есть еще в таком красивом цвете и по классике черный. Ну а теперь отправляем наш товар в Казахстан. Мои любимые, опять-таки, казашечки. Посмотрите, какая моделька вас ожидает. Вам отправляем такие классные жакетики. Посмотрите, какая прелесть. Также отправляем вам костюмчик, как на мне, троечка. Не могу вытащить. Большие, маленькие размеры, серию больших и такую же серию маленьких. Такой же костюм, цвет индиго. Классные. Также вот такие вот маечки с рукавчиками очень хорошо подходят под наши жакетики. И также мы отправляем, мои азиаточки, вам вот такие вот красивые сумочки. Посмотрите, какую красота вас ожидает. Смотрите, заказывать, просматривать. Мои хорошие, любимые куколки, азиаточки, посмотрите, какую красоту мы вам отправляем. Эту модельку мы отправляем две серии в черном цвете. Вот такие вот яркие, интересные модельки, сексуалочки. Вот такие вот топики. Топики идут в черные, белые расцветочки. Блузочка очень интересная. Вот такая вот красота. Очередная новиночка. Посмотрите, какая красота в больших размерах. А качество вообще потрясающее. Это у нас штабель. Обратите внимание, как тут аккуратно сделаны наши рукавчики.